Держите. Это я, да. Анна Каренина сходится в маленький презент. Такого гостя в семье Ковалевых не ждали. Известный телеведущий Дмитрий Губерниев лично доставил продуктовые наборы жителям Сходни. Без разговоров о спорте, конечно, не обошлось. Сам занимался и ходил на соревнования. Это очень до армии. Ну хорошо. Так что 60-е годы. Спасибо. Спасибо. Не болейте. Вручив продукты и подарки, Губерниев пообещал зайти еще. Замечательная семья, и мне, конечно, приятно, что и люди узнали, и биатлон они смотрят. Сейчас у людей жизнь очень невростая, и мне кажется, что спортивные соревнования, хоть сейчас жизнь замерла, спортивные, они как-то, ну, настроить и жить помогают, чтобы и заботиться о себе, смотреть, что происходит вокруг и так далее. К спортивному комментатору присоединилась организация «Ночные волки» и начальник территориального управления микрорайона Всходняя Ферсановка. Сейчас мы уже объехали несколько адресов пенсионеров, бабушек и дедушек, у которых зарплата менее 10 тысяч рублей, соответственно, всем им полагается бесплатный набор. Каждый человек, желающий и не имеющий возможности выйти в магазин, может сегодня обратиться через МЦУР и запросить необходимую помощь. На сегодняшний день такая помощь оказана почти полусотне жителей микрорайона Сходня. Ксения Брагина, Николай Забродин, новости Химки ТВ.